Помнишь, во дворе в подвале жил старик, все его дразнили трубачом. Он будил кастрюли и бурчал этот странный пам-пара-па-па-пам, пам-пара-па-па-пам, будто бы и знать не знал другой музыки, музыки. Он по воскресенье доставал трубу и до блеска мелом начищал, подносил к губам и возникал этот странный сигнал пам-пара-па-па-пам. Может быть, этим он хотел вернуть прошлое, прошлое. Помнишь наш давнишний старый глупый спор, для чего на свете старики? Помнишь, этот спор тогда прервал тот далекий сигнал пам-пара-па-па-пам. Сразу стало стыдно нам своей